Представляем вашему вниманию новинку 2016 года – наклонную вытяжку Moncher Florence. Она выполнена из закаленного стекла с плавно скошенными краями цвета слоновая кость. На нижней грани размещены две галогенные лампы мощностью по 10 Вт. Дверца утоплена вровень с декоративной панелью, скрывая многослойный жироулавливающий фильтр из алюминия. Во время работы дверцу поднимать не нужно. Забор воздуха осуществляется через щель, расположенную по периметру. В комплектацию входят два короба, которые прикрывают воздуховод. Еще одним достоинством вытяжки Florence является сенсорное управление. Первая кнопка отвечает за включение и выключение вытяжки. При включении двигатель автоматически начинает работать на второй скорости. Кнопка «минус» отвечает за понижение скорости, а «плюс» — за увеличение. При длительном нажатии на одну из этих кнопок скорость будет плавно увеличиваться или уменьшаться. Нажатие на кнопку «таймер» приводит к тому, что обозначение скорости на экране начнет пульсировать. Через 15 минут двигатель и освещение вытяжки будут автоматически отключены. И последняя кнопка включает и выключает освещение. Преимуществом можно также отнести и функцию очистки воздуха. Для ее активации необходимо нажать и удерживать в течение 2 секунд кнопку таймера. Для удобства управления в комплектацию входит компактный пульт дистанционного управления. Вытяжка способна работать в режиме отвода воздуха и рециркуляции. Производительность 850 кубических метров в час при уровне шума на максимальной скорости не более 56 дБ. Внимание! Для работы в режиме рециркуляции необходимо установить угольный фильтр, который приобретается отдельно. Наклонная вытяжка из закаленного стекла Moncher Florence создана для идеальной гармонии с любым типом интерьера, а также с кухонным гарнитуром в стиле модерн.